Всем привет, с вами Сноуденчик, и сегодня мы снимаем прохождение по NFS Underground 2. Со мной, всем как привет, всегда, Гэт в скайпе, разговариваем с ним. Я наконец-то перебираюсь к себе в комнату, у меня будет нормальный нет, я буду выпускать серии свои, что мы снимал. Underground 1, Cross Racing и Карбонка. Эх. В прошлом раз у нас вылетел спринт. Но это не критично. Надеюсь, он сейчас не вылетит. Нет, не вылетел. Да, в прошлый раз у нас этот спринт и вылетел. Тачка пока у нас стоковая. На ней ничего такого уникального не стоит. А потом будет стоять уникальные запчасти. Кстати, потом надо еще купить тачку спонсора. Ну, тачка спонсора, ну, тоже будет нормально при поднесении. Это когда джип покупаешь, ты знаешь, что в твоей гонке на джипах отдельный режим, нет? Не знаю, я сейчас по срезке поехал конкретно. Когда джип покупаешь, там тебе открываются гонки на джипах. Но они доступны только тогда, когда ты на джипе сам катаешься. Да, есть тоже несколько статей про них. процентов почти что пройдено. Ой, я виляю, это плохо. Могу врезаться. Я почти что соперников обогнал. Я в футболку проверил. Кстати, за обгон нам дают репутацию. О, заявочки появились. За 50 обгон... друзей. За обгон нам дает репутацию, да, я помню. Дается репутация. И прокачивается наш, по-моему, стиль, что ли, там, эти звездочки прокачиваются. Когда ставишь... А, когда ставишь детали, тогда звездочки прокачиваются. Так, ну сейчас одного я принимаю. О, репутация! Нормально. Мы себе репутацию повысили. Так. Фиолетовый круг. Это фейк, походу, делал, я его не принимаю. Какой-то фриск, дерьмо. Какую-то хрень. Отклонить заявку на фейк. А, фиолетовый где-то этот, как его, круг. Угу. Всё, давайте. У нас 159. Три круга. Да, три круга гоняться здесь. Кстати, круг-то и небольшой такой. Если бы круг был бы большой... Получил. Угу. Если бы круг большой был бы, тогда да, я бы сказал, офигеть просто. А круг маленький. Быстро проедем три круга. Воу. Мне не помешала эта долбанная текстура. Или не текстура, это просто я неправильно вошел в поворот. Блин, ну ничего, это не критично. О, два круга проехал уже.
Осталось 3 проехать и все. А тут, кстати, Peugeot есть 206 и 106. Заметил ты тут, что в прохождении тут еще Peugeot 206 и 106 есть. Алло! Алло! Как обычно, скайп лагает. Обычно скайп лагает у нас, да? Угу. Я говорю, тут есть Peugeot, ну, да. 206 и 106 Peugeot. Вроде свой был больше кайф. Почему бы и нет? А я еще вчера какой-то 307 Peugeot видел, когда со школы шел. Или 307, не помню, какой это Peugeot тоже был. Да и сколько моделей. На. Такое, ну, что за там написано, там нарисовано значок Peugeot, как смотрю, 307 Peugeot что ли. 307 какой-то Peugeot был. Да, 307 точно. Воу, 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 что-то у меня несёт! Долбаный пикап! Долбаный пикап всё, блин, испортил. Да ничего страшного, нагонишь. Да нет, чувак, я только сейчас... А, они меня не догонят уже, всё. Я вот сейчас до финиша доеду, всё. Ага. И пока там доеду, доеду, да я уже приехал. Так, хорошо. Кстати, у Асаланда уже 12 подписчиков донёс. Я в курсах. Итак, мы продолжаем. У меня игра улетела, но ничего. А, на чем мы остановились? А, мы остановились на дрифте. А, нам до дрифта доехать и все. Ой! Самый дрифт. Ну, это неинтересно смотреть. Выдавайте нам дрифт. Неплохо, так неплохо. Санчик тут дрифтит. Приехали, называется. Так, возвращаемся в город. Вокруг тебя нынче много шума. Пачка контор за тебя подралась.
Теперь готовься вступить в профессиональную лигу. Знаешь такую? Ни пробок, ни копов. Реальные гонки по частной трассе. Раз уж мы сработались, бери меня агентом. Я буду тебя направлять, а ты со мной поделишься. Так, что у нас здесь? Еще один дрифтинг. Нехило так, два дрифтинга. Не толкайтесь, блин, только. Кто первый придет, неважно. Кто больше очков набрал. Ах ты, блин. Да езжай давай. Давай, приехал. Так, должен выиграть три гонки лиги по выбору спонсора. Дополнение. Фотография должна быть на обложке DVD. Блин, что бы выбрать? Наверное, круги. Погнали на круги. Возвращаемся в город. Гони туда, созвонимся.
О, я знаю, что это за место, это тюнинг. И деньги. Притормози. Тут распродажа запчастей. Ничего особенного, конечно, но по минимуму затариться всегда можно. Заезжай, смотри. Затаривайся здесь всем, чем можешь. Мощность – это залог победы. Так, блок управления двигателем. Ставь новый блок управления двигателем. Немного мозгов твоей тачке не повредит. О, стало даже лучше. Смотри, не давай шатуну разболтаться. При нормальной трансмиссии, да при такой мощности, трасса под тобой будет гореть огнем. Подвеска. Подвеска помогает контролировать машину на поворотах. Поэтому не стесняйся и бери лучшую. Хочешь, чтобы машина поехала? Впрыскивай закись азота. Нитро – это зверь. Мне достаточно средств. А у меня сколько денег? У меня сколько денег-то? Блин, надо гонку пройти. Я еще чуток прокачал машинку сейчас. Надо будет рвать. Блин, 45. Это мало. Вот, теперь-то она лучше едет. Намного лучше. Кстати, вот гонка спонсора. Так, принять. Да. Гонка спонсора. Нормально. Круги. Два круга проехать, да уж. Главное не врезаться. Он чувака зовут Мат. Да уж, имя не из последних. Так, где-то будет тут срезочка. Ой! Врезался. Срезочка, которой нет. Блин. А, нет, есть срезка, только я что-то в нее не нашел. Странно, почему не нашел.
Так, два круга ехать надо. Ай, меня занесло. Да, спонсор, наверное, поставил на меня бабки. Офигительные бабки, наверное. А я их уже даже на карте не вижу, они уже там, где-то за картой едут. Так вот, заворачиваем. Ну, блин, все время сюда врезают. Такси, блин. Так, что у нас там? Последний круг. Что-то он долго-долго длиться будет. Я даже не знаю, что рассказать. Ой, блин. Что сказать? А нечего рассказывать. Сейчас мы доедем и... Все. Блин, что-то я не пойму. Это срезка или не срезка, не пойму. Срезка или не срезка. Маму нет, это не съест. Занесло конкретно тут. Так, во, нормально. Сейчас как раз. О, все. Я спонсорскую гонку выиграл. Ну да, спонсорская гонка выиграна, все, пацаны. Это занесло, но это не важно уже. Давайте спринт пройдем для начала. За спринтом сколько дадут денег? Я уж думал, сейчас игра вылетит. Да, и спринт какой-то капец. Заковыристый какой-то спринт. Ну ладно.
Так, 29%, 30%. Блин, долго ехать еще надо. Да. Походу долго. Конкретно долго. Так, 47-48% уже осталось. Сейчас доедем и поставим, наверное, этот азот на нашу машину. Потом еще надо на нашу машину поставить какой-нибудь уникальный, не уникальный, точнее, просто вещи какие-нибудь поставить. А в лучшем случае надо перекрасить машину. А в лучшем случае надо перекрасить машину вообще какой-нибудь другой цвет. А тачка рвет уже, можно сказать. Я ей там улучшил двигатель, трансмиссию и, по-моему, коробку передач. Сейчас доехать до финиша. А, эти придурки там едут, едут себе. А я уже доезжаю почти что до спринта. А не до спринта, да, до спринта. Финиша, точнее. Так, а зеленая, не помню, что это за магазин. По-моему, это магазин. Нет, это не магазин капотов, это магазин, что-то я не помню, какой магазин. Ой. Теперь понизу едем. Раньше поверху ехали, теперь понизу поедем. Да, и старт, и финиш близко расположены. Так, 300 репутации заработали мы себе. Кстати, надо покататься по городу и посмотреть, есть еще тут магазинчики какие-нибудь. То я хочу поставить на что-то еще на машину. Или просто можно тут бабосы поджимать у придурков. Кстати, бабосы. Не, пусть он езжает, а я буду искать какие-нибудь уникальные магазинчики, уникальные магазы надо искать, надо поискать, что у нас там уникальное. По-моему, фиолетовое это, по-моему, это гараж, я помню, это гараж. А красное это, по-моему, перекраска. О, кстати, деньги. 50 кассов приз. Так, да где это долбан? О, деньги еще. Где эти магазины находятся? Вот я не помню. Хоть убей, не помню. Я давно просто в эту игру не играл. И подзабыл, где все магазины. Краска впереди, походу. Перекраска. Я помню, где-то здесь была перекраска. Вперед. Деньги. Где-то тут была перекраска, вот. Или я по кругу еду.
понятно. Тут наоборот у меня какой-то синий, это вообще тюнинг. А здесь нет нифига. Блин, где-то в подворотне должна быть какая-то перекраска. Только я ее что-то найти не могу. Ладно. Какой-то придурок хочет с нами погоняться. Сейчас я с ним устрою гонку, короче. Погнали. Отвечай за эти слова, понял. Придурок. Ну вот, придурок. Не повезло. Ну да, есть такое. Я его легко уделал. Кстати, деньги заработал. Нехило так. Ну, я не помню, где краска расположена. А, здесь какой-то магазин еще был. Я точно помню. Так, это я знаю, это магазин запчастей. А это парковка просто. Тут еще какие-то, блин, были какой-то магазин, я помню точно. Или не здесь, я не помню. А, вот! Уникальный это. А, это аксессуары. Надо, чтобы люди пялились на тебя. Сделай своей тачке боевую раскраску. Вруби колонки. Стабилизатор нормально. Подвеска. Так, нормально, теперь тонировка. Доступна красная тонировка, фары. Гидравлика. Ну, все всего понемножку установили. Теперь-то поехали на дрифтинг. Надо деньги подзаработать.
Да, нехило так дрифтит. Я победил вообще. Да, я победил. О, деньги я вижу как раз. Подсказка какая-то. Так, М это. Магазин покраски. Одна из мастерских располагается к северу от казино. Хорошо, север казино. Казино. Так. Север от казино. Ну-ка. Надо перекраску. Надо машину перекрасить. Да блин. Это не то. Это не то. Это не то. Это вообще мне не нужно. Север от казино, да? Это значит не здесь. Это вообще, по-моему, в начале, в начальном городе она расположена. А я на стадионе. Зачем я на стадион поехал? Так, теперь мне надо на север. Северное казино. Казино, вот. Так, казино. Заезда нет. Где он? Странно. Вперед. А, вот же, ёбкарный, перекраска. Люди собираются, чтобы посмотреть реальные гонки на реальных тачках. Поэтому будь добр выглядеть как гонщик, а не как школьник, угнавший папину развалюху. Твоя задача выделиться. Для начала раскрась свою девочку поярче. Не, будет черный. Черный.
Так, диски. У меня нет дисков. Диск. Глушителя нет. Так, аппликация. Краска это своя кожа, а винил крутая косуха. Блин, меня. А, не, у меня есть доступные винилы. Так. Есть какие-то доступные. Так, пламя. Так это и есть пламя. Так, а молния аппликации. Да, что-то аппликаций даже как-то не очень-то много. Блин, аппликаций реально что-то не очень-то и много. Так, наклейки, оплатить, оплатил, ой. Прилепи наклейку с именем спонсора, тебе выгода и ему приятно. Блин, а с каким спонсором-то заключали? А, я даже не помню. Пусть будет ББС. Достаточно средств, ну ладно. Так, кольцо на победах, ага, так, всего побед 11. Так. Погнали, короче. Деньги подзаработаем.
деньги подзаработаем и немножко ее затюним. Кто там пишет в скайпе, я сейчас записываю серию. Мне некогда. Хотя можно сейчас эту все эту круги записать, а тюнить мы будем эту машину в следующей серии, наверное. Круги пройти. Потому что это что-то долго будет. Так, ладно. Вот и столкновение. Так. По круганам пройти надо. Это спонсорская, не спонсорская тачка. Какая тачка? Круги. Да, по-моему, спонсорские круги это спонсоры. Забыл, кто у нас спонсор. А, я крыс выбирал на круги. Вау, меня занесло. На спонсорской-то... На спонсорских-то гонках, наверное, больше денег рубят. Или, по-моему, по стандарту били побольше. Я не помню. Точно. Я точно не помню, по-моему, будет больше денег. Меня эта машина бесит, которая сейчас мне помешала. Ах, блин, уперся в стенку. Езжай давай, езжай, Ниссанчик. Мы уже его много раздраконили, но это не это еще не предел. Машину еще можно потом еще немного затюнить. Это пока еще не предел, его можно еще затюнить. Там надо и новые колеса поставить. Сколько колеса, диски, колеса. Диски поставить новые. Скорее. Ой. И все. Тачка будет прокачана. Еще надо азот поставить. Чтоб она не так медленно ехала. Тогда все, можно сказать, тачка прокачана будет. Пока она на стадии прокачки, машина. Значит, пока на стадии прокачки. Ну ничего. Главное ее потом прокачать. Да, неплохо так едет Nissan. 206-207 разгоняется. Если еще сюда звук поставить, это же будет капец. Так. Ну все, можно сказать, мы почти прошли круг. Почти. Из-за этого, наверное, поставим капот и обвес в следующей серии, наверное. Наверное, в следующей поставим, потому что... Ну, не знаю почему. Но сегодня, получается, две серии записал.
эту серию первую, где у меня вылетело. И эту записываю. Так, ну что, заворачиваем эту. Блин, опять я врезался в этот баг. Опять я в этот бачок врезался. Так, что там у нас? Уже немного осталось или много? Если немного, тогда все, можно потом завершать. Сколько там осталось у нас? Так. Они уже отстали немного, ладно. В принципе. А, уже все, можно гнать сюда. И все. Победа. И, наверное, продолжим в следующей серии. А с вами был Денчик. Всем хорошего настроения. Пока-пока.